Фонтан кипятка забил прямо во дворе жилого комплекса «Малевич» в пионерском поселке. Он пробился на детской площадке. Высота струи достигала 7-го этажа, а напор был настолько силен, что водой выбивало стекла из окон. Дети с площадки успели разбежаться. Сейчас на месте извержения огромная воронка, рядом с детской площадкой. Застройщик решил сэкономить, сообщили в управляющей компании. Под двором проходит городская теплотрасса, которую не стали менять при строительстве. На ней каждый год порывы, фонтаны и камни до верхних этажей. Повезло, что никто не пострадал. В Екатеринбурге появится музей, посвященный легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Экспозиция откроется в парке «Россия. Моя история» 24 июня в день Парада Победы. Презентация пройдет в режиме онлайн и станет первым крупным культурным событием столицы Урала с момента объявления пандемии. Экспозиция построена по принципу кино. Посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика, рассказали работники парка «Россия. Моя история». Музей Николая Кузнецова есть в Талице, на родине легендарного разведчика. Но из-за отдаленности от Екатеринбурга он мало посещаем. Поэтому и было решено открыть музей Николая Кузнецова в столице Урала. За минувшие сутки на Среднем Урале выявлен 231 новый случай COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей 15 городов и районов региона, в том числе 197 в Екатеринбурге. Всего в области зафиксировано 9789 инфицированных. Зарегистрировано 4 летальных исхода. С момента начала пандемии коронавирус унес жизни 54 свердловчан. Выписано из больниц 234 выздоровевших. В общей сложности свердловские медики поставили на ноги 4469 пациентов.